Ваську попроси. Уважаемые зрители, в Ефимовке проходит встреча чемпионата области по футболу, где встречается футбольный клуб Ефимовка, Шаргородский район и Авангард Энергия Ладыжин. Там идет первый тайм встречи, счет 2-0, впереди команда Ефимовка. Защитите пожар, блядь. Впереди играют еще, впереди не играют. Сзади пожар, блядь. Посчитайте, пожалуйста. Посчитайте. Thank you.
А, не-не-не. Так я дозвонился, Яков Эдуардович, я дозвонился. Я звонил этому Игорю Казаку. Добрый день, Николай Митрофанович. Это Владимир Симачев с Казатина. У нас только что началась встреча, монолит Першить. Будем на связи. Пока 0-0 у нас, да. Вы сегодня нигде, а кто? Я понял. А вы завтра? А потом завтра приедут? Я понял. У нас сегодня игра проходит, да. А Тамаш Полигайсин тоже завтра? Я понял. Хорошо, спасибо тогда, Николай Николаевич. Спасибо.
началась, пока 0-0. Я хочу с вами на связи быть. Я вам буду информировать. Да, я не могу выйти на Воробьева Владимира Васильевича. Патриотку Камкаша сегодня принимает по Гелиинтарту. Да, ну попробую еще раз. Что? А, я знаю, да, да. Мне еще Геннадий не забил файтинг, да, так бы был 2-0. Дима, хорошо, Яков Александрович, будем на связи. Все. Просто попросила руководство команды «Монолит», чтобы все люди провели. И они пошли навстречу. Это просто наши попросили. Я сбежал, пошел навстречу. Они хотели быть тоже сегодня в Винице, на центральном стадионе. Спасибо.
Садись, Алексей, пока место свободное, хорошее. Давай, Саня, давай! Да ну что ты? Если будет ничья, будет серая пенальти. Да. Сразу? Да. По новых правилам сейчас. Товарищи футболисты, вы что тут двигаете? Да, прокричите немножко, вы на лице, что мы не можем тут прокричать, а? Давай, Шима, работаем, не поправишь, другой клубе. Вас просит заслуженный журналист Украины Владимир Симачев. Сергей Бужинар забил мяч, да. Давай, пожалуйста. Алексей, правильно я ему разъяснил? Они же непонятливые. Нет, ну Вовчик не тупает. Вовчик и девушка на истине. Куда ты разрываешься? Куда ты разрываешься? Слышь, Вовчик, скажи, на моих дискотеках весело было? Молодец, Сапко на поле вышел под 14 номером Константин Благодыр, Руслан Амельченко. Первого тайма, счет 1-0, впереди сборная Украины. Мяч забил Сергей Бужинар. Thank you.
Встреча, посвященная 20-летию участия футбольного клуба «Нива» в Винница в финале Кубка Украины и в розыгрыше Кубка УЕФА. Замена. Вместо четвертого номера Сергея Абрамченко, капитана команды, на поле вышел под 21-м номером Роман Гаврильченко.
По моим подсчетам 3 минуты. Это без добавленного времени. Ну оно так и есть, да. Костя, вынос сделай! Хорошо! Давай! Сейчас компенсированная пошла. Внимание! Впереди команда Юхимовка Шаргородского района. Она ведет с командой, у команды «Авангард Энергия». Внимание! В команде гостей футбольного клуба «Бершить» произошла еще также очередная замена. Вместо 27 номера Алексея Климчука на поле вышел под 14 номером Владислав Пали. В команде «Монолит» произошла замена. Вместо 15 номера Павло Шаванюка на поле вышел под 16 номером Александр Козюк.
И хуй песню, свечка, свечечка, свечка! Вот так! Пошел! Сзади, сзади! Хорошо, Юра! Константин! Константин, давай, давай, вещь! Хорошо! Вован! Вован, сзади, вот иди, да! Так, Вован, Олег, у нас еще стал перерыв. Да, Андрей Заводян забил на 37 минуте. Да, да, уже основное время закончилось, пошло добавочное время. А? Ой, если так было, сразу пинайте. Положение не было. Эй, желтую! Желтую дай! Дай желтую! Да, да, потому что уже вот так дисциплинарно закончилось основное время. Сейчас идет просто компенсированное время. Там, да, 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 да. Да, да. Ну, он уже два мяча забил в этой встрече, получается. Да, в первом тайме один мяч и второй. Да, судья, конечно, не подарок. Ну что? А я не играл. Да, вообще, мы А сегодня? Сегодня чем? Зараз. Да. Это больше за Тільки похвалили, що об'єктивний суддя порядочний.
Костенко, Косовский. Да, там все звезды. Да. Ну, посмотри, сейчас вот это пока вели. Сейчас третий метр. Я говорю, проходной двор. Проходной двор, защита вообще. Столько ошибок допускают. Поднимай его! Я говорю, середина и вперед играет, а зад не такой. А да, за задние линии вообще нулевые. Давай, 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 давай! Уже 4 гола должны были сюда. Ну, второй мяч забил Виктор Чёрт. Можно, можно! Да, сейчас 2-2, да. Мы только что начался второй тайм. А что говорит Дедва? Как бывали? Ну, Бершик тоже не забил. Впереди команда «Патриот Кухавка». В Юхимовке также начался второй тайм. Счет 2-0. Впереди команда Юхимовки, которая ведет во встрече «Авангард Энергия Латыжин». Здорово!